Всем привет, друзья! Сегодня я покажу самый простой рецепт приготовления лимонного чая айси. И заливаем наш чай. Затем добавляем лимонный сок. Хорошенько перемешиваем. Вот и все, наш айс-ти готов. Переливаем обратно в нашу бутылку. Закрываем и отправим в холодильник до полного остывания. Итак, друзья, наш айс-ти остыл, я достал наш стакан. Смотрите, какой же ледяной просто. Сейчас давайте нальем туда наш айс-ти. Вот и все. У нас получился холодный, освежающий айс-ти. Давайте попробуем немножко. О, классно. Если вам понравился этот рецепт приготовления айси, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Также не забывайте делиться со своими друзьями. А на этом все. Меня зовут Али. Всем удачи, всем пока.